месяца у вольеров новосибирского зоопарка было пусто, а сегодня на входе очереди. Первый день работы после снятия ограничений зооцентр принял несколько тысяч человек. Открытие новосибирского зоопарка – еще один этап послабления особого режима. Несмотря на то, что в зооцентре огромная территория, для посетителей ввели несколько важных правил. Попасть на территорию зоопарка можно только при наличии электронного билета. Кроме того, при себе нужно иметь защитную маску. Одновременно на территории зоопарка могут находиться не больше 3000 гостей. Их количество учитывает специальный счетчик. Впрочем, такие ограничения не расстраивают. Открытие зоопарка и новосибирцы, и жители соседних регионов ждали долго. Я приезжая, ну, такую красоту, в восторге просто. Очень рады, соскучились по зоопарку. Крытые павильоны пока закрыты, но летом почти всех животных переводят в уличные вольеры. Потому увидеть можно всех. Животные 3 месяца жили в тишине, и к привычному общению с людьми им теперь нужно снова привыкнуть. Сейчас мы просим посетителей как-то тоже вести себя тихо, спокойно около вольера с животными. И ну, не стучать по стеклам, не привлекать к себе внимание, тоже дать адаптироваться. Новосибирский зоопарк – один из крупнейших в стране. Несмотря на временные ограничения, в зооцентре продолжают работу. Строят новые современные вольеры и ждут прибытия новых животных.